Всем привет! Сегодня 18 октября, августа. 12 день я снимаю свои дневники фруктоеда, подготовка перехода на прану. Так, сейчас вес без камеры. Вес без камеры фиксирую 74,8. Зафиксировал 74,8. Самый низкий. Потом идет очищение, все лишнее выводится. Еще и стало буквально и тому подобные вещи. На улице прохладно, вот он так вообще, я проснулся, плюс 15 было, сейчас плюс 18, а в комнате плюс 20, компьютер нормально работает, не тормозит. Сейчас 9.08. Брал на лечение. Почти. Ну и теперь надо поменьше добавить. Что он ждет, там сидит. Нормально давление. Сто четыре на 65, пульс 58.
А вот это наш парсик сидит. Ну не мой, а папин у него. Ливерная колбаса все время кормит. На шее у нас нет, кот все время на улице. Что поделать? Как он думает? Ну а что поделать? Приютилась. Вот и кормлю. Ну пусть кормит, потом окно открою. Иди, иди, кушай, парсик, иди. Собак еще у меня боится, пугливый. Понятное дело, что собак его гоняют. Руки помыл, мне холодная вода, вообще жесть. Блин, замер в одной позе, такой интересный. Жопа на верхушке забора стоит, а передние ноги на другой ее части. Думает, быть или не быть. Так и сдохнуть можно. Попробуем сейчас задержку дыхания.
пошел есть. По 3 минуты на подход надо еще сделать. Да, летом, конечно, я снизил свой уровень pH.
такое, это уже шестой раз.
Такое ощущение, что с каждым разом становится легче. Интересно померить сразу давление после этого. Еще разочек.
должен быть такой же главный вдох. Это бы означало, что вы уже получили результат. Сейчас по мере давления, а потом еще расскажу. Почти не изменилось. Почти. Записать все-таки надо. В общем говоря, пульс было 104. 10 подходов по 3 минуты. В 1 минуту перерыва. Блин. Опять увеличение. Это что ж такое? Каждый раз, когда вы будете переходить на новый уровень, ну, допустим, если начинать с полминуты, переходить на минуту, вы почувствуете, что вам полминуты дается легко. Это будет сигналом к тому, что вы можете перейти пробовать минуту. Но полминуты вы должны задержать так же самое, как я сейчас, 10 подходов с перерывом в минуту. Далее вы достигнете минуты тренировки, постоянной практики. Так же самое на минуте вы поймете, что вам легко дается минута, можете уже переходить там к 1,5 минуты. Тоже 10 подходов по 1,5 минуты с перерывом в минуту. Ну, так же самое 2, и когда вы уже достигнете 3 минут, 10 подходов по 3 минуты на вдохе, задержка дыхания с перерывом в 1 минуту. Это уже будет означать, что ваш PH в районе 6. И после 20-дневного перехода, 7 дней без воды, без еды, 7 дней на воде, на жидкости, либо на соке сильно разбавленном, ваш организм должен перестроиться и перейти на энергетическое питание праны по методу фотосинтеза. Ну, в общем говоря, эта тема будет в дальнейшем обсуждаться. Сейчас я на стадии фруктоедения. Что еще по этому поводу надо сказать? До того, как я сорвался в мае, май-июнь, я доходил до 5 минут, но лежа на вдохе. Тогда я сдавал анализы, у меня PH был 5, это был хороший результат. Сейчас 2 минуты мой потолок, но зато 10 подходов подряд. Когда я проводил чистки, голодание, надо будет тоже пробовать. Вот, даже питание фруктами не дает той чистки, которая дает голодание. Вот, и просто что вес будет теряться. Ну ладно, я зациклился на этом весе. Можно и 55 вес поддерживать.
Хотя можно так же самое потом его набрать, пока не знаю на чем. Как. Яблоки вес что-то не хочет, не хотят держать. Одновременно с этим, конечно, идет очистка, очищение всего того, что я наел, ненужного. Это все выводится. Я сейчас перед окном попробую закрыть результат. Я летом уже собирался переходить на правильную. Но летом надо было приехать сюда, в Полтаву. Когда я был еще в Донецке, у меня тогда уже начал падать. Паджа Смухина говорила, что не обязательно, но желательно быть веганом, фруктоедом, как минимум. Вот, но можно пробовать и 20 дней на переход, будучи всеедом. Но до этого периода надо хотя бы за неделю ничего такого тяжелого не есть. Ни мясо, тем более там алкоголь. Вот. Там в Донецке я спокойное место не мог находиться в спокойном месте. Здесь могу относительно. Вот. И там я начал набирать вес. Ну, я рассуждал так, потеряю 21 килограмм за 20 недель. Вот, потом будет это сложнее восстановить. Если не получится перейти на прану, то я просто потеряю вес, и могу его не восстановить вообще. Это было рискованно сильно. Поэтому я начал есть то, что может поднять мой вес. Одновременно закислить, зашлаковать, но все-таки поднять вес. Так вот я решил. Но, тем не менее, я бы тогда потерял вес, если бы не я. Может, килограмм 5 бы потерял, может, даже больше. Приехал сюда, я бы все равно начал бы есть. Сорвался бы просто.
это удаленное упражнение напоминает отдаленно медитацию с целью остановить внутренний диалог. Ну или, по крайней мере, когда возникают какие-либо мысли, не придавать им энергии, не поддерживать их, просто наблюдая их, они проходят, а ты остаешься на одном месте, так образно говоря. Успокоиться, достигнуть полное успокоение и релаксации. И попробовать еще раз 10 подходов по 2 минуты с перерывом в 1 минуту.
уже легче. А что значит практика? Результат. Никаких позывок вдоха, как вначале было, или свободный выдох и вдох, свободный, спокойный.
Он сказать жив. А вы сказать что? Голова не кружится, в глазах не темнеет. Вроде не изменилось. Ну почти. 108/65, 69. 69 пульс. Немножко поднялось, было 103. Эти вот упражнения, эта практика довольно-таки неплохо помогает согреться. У меня были холодные руки, пальцы. Теперь я холода не чувствую. Минут подождем, я еще раз повторю, потом надо будет позавтракать. Значит, охлаждение для компьютера. Очень-очень много, значит.
наверное, 15 минут достаточно, чтобы передохнуть. Тяжковато было. Ладно. Двух подходов по 10 раз. Для начала, для сегодняшнего дня. Для утра, по крайней мере, тоже достаточно. Там будет видно.
что-то обедал его яблоками. Во-первых, потому что они заканчиваются уже. По крайней мере. Пик уже. Во-вторых, надо контролировать то, что ешь. Вот. И по мере того, в зависимости от того, сколько буду приносить яблок, надо начинать в день за один прием съедать не больше, чем 5 таких вот яблок. И постепенно уменьшать количество и приемов, и самих яблок. Потому что я голода не чувствую. Физического. Ну, с эмоциями надо бороться, конечно. Бедные мои зубы.
Пойду, наверное, сейчас прогуляюсь за яблоками. Так, было 74,8. Да, ну там 300 грамм яблок, что ли. Но тем не менее. Сейчас подойдем. Когда я вернусь, продолжу запись. Вес должен быть не более чем 75,1. Скорее всего будет меньше. Еще туалет приспичило.
11:27 времени. Сейчас файл перекину. Можно полчасика.